Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Олександр Хамоля. Глядіть у гэтым выпуску. Экватор уборочной кампании и амаль 550 тысяч тонн зерня. Выник працы аграриев на сегодня. Их подвиг священный, а память вечная. Сегодня в Гомельском районе прошла церемония перепахования воинов Великой Айчины. Днепровский паром. Международное историко-краязнаучее читание собрали в Лойве навуковцев с 5 краин. А зараз об гэтым и іншым. Больше подробязно. У Гомельской области зерневые и зернебобовые убраны больше, как на полове площадь. Агульный намолот сбожжа перевысил 550 тысяч тонн. Протягивается и мониторинг жнива. У центра уваги усе пытания, которые уплывают на якость работ. От перадрейсового медицинского огляду механизаторов до стану техники и страт зерня. У рейд с супрацовниками милиции сегодня накировался Олег Сентюров. Вёска Залесья Чеченского района, территория акционерного товариства «Звезда». Первый транспортный сродок, который спыняет супрацовник Державтоинспекции, грузовик, задейничанный на перевозку сбожжа. Офицеры ДПС цікавіць правильность оформления путевого листа за наявностью ознаки медика по допуску до работы и наявность водительского посвечения. Еще через несколько хвилин правоохранники проверяют территорию каля кукурузного поля. Тут две основные задачи – профилактика крадежов сельскохозяйственной продукции и попереджение такой заявы, как злив палива за сельхозтехники с метой его незаконного продажу. Крыху позднее керовництво «Звезды» запевнить, с такими заявами тут так само ведут борьбу и довольно поспехово. Серьезно надо к работе относиться. Ну, а сливы топлива… Это было поначалу, пока людей приучали к работе, к порядку, к дисциплине. Теперь таких случаев у нас вообще не наблюдается. У складе рейдового экипажа областного управления внутренних справ сотрудники Державтоинспекции, отдела по борьбе с экономическими злочинствами и управления охоты правопорядку и профилактики. Это дает возможность проводить мониторинг у Сибакова. На этот раз заувах нема ни у кого. Самое главное – это предрейсовый контроль физического состояния и техническое состояние транспортных средств и комбайна убирающих. Значит, по замечаний по данному хозяйству у нас нету. Сегодня акционерное товарищество «Звезда» – соправдная зорка. В Астане на сегодняшний день средняя урожайность сбожжевых 68 центнеров с гектара, а усу у вугле 80. По территории эта господарка у Чеченском районе бодай самая великая, причем часто палетки находятся на довольно значной отлеглости, а тому увага стану техники першочерговая. На мехадворе акционерное товарищество «Звезда» не только бзусим тихо, але зернеуборочной техники тут нема. У всех комбайны на палетках, некакие трактору рыхтуются уже до осинской посевной. У работников мехдвора сапраўды золотые руки. Довольно значную частку ремонтных работ они выполняют самостоятельно и якостно, что у свою чергу становчим чином отбивается на ходе полевых работ. Иншая справа, что простою, нехай и не вельми протяглых, может быть меньше. На думку керовництва «Звезды», опрежать сельгаз предприемцев, повышенная увага необходима и их партнерам. В усиляким разе тем промысловым предприемствам, которые вырабляют запасные частки для сельскохозяйственной техники. Запасные части, которые быстро выходят со строя, поэтому поломки бывают. Конечно, хотелось бы лучшую иметь запасные части, ну и, соответственно, технику нашу. Качество очень слабое. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Чеченский район. В Жлобинском районе уборочная кампания так само наближается до экватора. Намолочено 36 тысяч тонн сбожжа нового урожая. На полях района працуют опытные комбайнеры, молодежные экипажи и навод целые сельскохозяйственные династии. У открытым акционерным товаристве «Бабовски» Жлобинского района убрали амаль 60% площадь. Серьезные перешкоды для сегодняшних сельскохозяйственных работ стали мощные дожди, которые напередодні прошли по Гомельской области. С самой раницы аграрии чекают, покуль колосы обсохнут и одночасово рыхтуют технику, каб неоткладно приступить до працы. На уборце задейничены и опытные комбайнеры, и молодежные экипажи. Миколай Берешенко на сельгазпредприемстве «Бабовски» працует без малого 40 годов. Зараз он пасутный узначальвае сельскохозяйственную династию. Два его сына, Михаил и Виталь, комбайнеры молодежных экипажов. Гэтая господарка для семьи без перебольшання – другий дом. 37 лет уже, считай, работаю здесь. Дети повырастали уже, и дети как бы остались тоже здесь. Отушились, ну, работают вот сейчас на уборке, на комбайнах. Приятно, конечно. И руководство довольно ими, всегда хвалится. На первом месте они идут у меня по уборке. Ну, а я отвожу пасиха. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. Да? Так наоборот, они убирают, а я отвожу.
Молодежные экипажи Михаила и Виталия Берещенко занимают лидирующее место в районе по намолоте сбожжа нового урожая. И уже не первый год. Комбайнеры поделились с нашей сдымочной группой секретом своего успеха. И он крыется у штодённой самоотданной працы, щирой любови до земли и своей справы, а так само у прикладе батьки, який они бачили с раннего дятинства. Ну, все еще зародилось, наверное, в раннем детстве. С отцом тоже как бы катались, смотрели на все это, как проходит уборочные. Ну, осталось, учились, пришли сюда на отработку, ну и задержались вот уже 9-й сезон. Участвуем в посевных компаниях и уборочных. Отец как бы все время в лидерах был, в хозяйстве, в районе, неоднократно занимал места первые тоже. Вот равняемся на него. Зерня не чакая. Як только подсохло, комбайнеры садятся за руль и выходят на палетки. Покуль небо чистое, треба перадолить отставание, выкликанное непогодью. У Бабовским зараз намолочено больше, як 4,5 тысячи тонн зерня нового урожая. Чакается, что агульный намолот досягне 8 тысяч тонн. Зернесушильный комплекс господарки за сутки примает до 500 тонн. У ближайший час тут будет уведено новое сховище на 2000 тонн. На комплексе задейничана спецтехника, специалистам допомагают отрады БР. Для всех удельников уборочной кампании створены комфортные и безопасные умовы працы, бо от правильной организации процесса залежит и харчовая безопасность краины и здоровье працовников. Стараемся использовать максимально все погодные условия, трудимся допоздна, организованы горячее питание дважды для механизаторов, проводим как бы беседы, пожелания уточняем какие, если надо, дополнительно подводим питьевую воду, то есть как бы работаем в нормальном рабочем ритме. У целом у Жлобинском районе уборочная зараз наближается до экватора. Тут убрано 47% всех площадей. Намолочено без малого 36 тысяч тонн сбожжа нового урожая. Планируется, что агульный валовый сбор складе каля 80 тысяч тонн и перевысит минулогодний показчик. Выработка на комбайн мы всегда считаем ежедневно. Доводим задания хозяйствам по уборке площадей. Если где-то мы отстаем, то мы наращиваем объемы. В целом по району 15 гектар на комбайн выходит. Ну, чтобы успеть нам, ну, где-то 1200-1300 в сутки мы площадь убираем. Но чтобы нам наверстать упущенное, то, что у нас вот погодные условия, нам где-то в сутки надо убирать 1500 гектар. То есть это 17,5 гектар на комбайн. Я думаю, что это цифры реальные. Это под силу нашим комбайнам и нашей технике. Ну, единственный вопрос – это погодные условия. Коли небесная канцелярия будет доброзышливой до аграрии, финальную кропку во уборочной кампании в Жлобинском районе сподяются поставить до 18 жнивня. Вероника Ворошилина, Сергей Нигеревич, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» со Жлобинского района. Протягиваем выпуск. У червня этого года были установлены имены еще амаль 70 бойцов Червоной армии, вызволителя Гомельщины. Сегодня, про 74 года после гибели, их останки были с пошаной отданной земли. У вёсцы Старые Дятловичи Гомельского района отбылось перепахование у братскую могилу. Ганна Ковалева протягнет. У осени 43-го года в Гомельском районе проходили жесткие бои за вызволение. За 10 дней битвы только у одной из 10 дивизий загинуло 500 солдат. Имены многих, как и место их похования, заставались неведомыми долгие десятилетия. И только сёлета, дякуючи намаганням 52-го особного специализованного пошукового батальона Министерства обороны и клуба «Пунцовые погоны» Гомельского кадетского училища, отрымалося выявить останки 69 загинувших и установить их имены. Сколько их точно смогли установить только тогда, когда были эксгумированы все останки. Работа очень кропотливая. Было 10 детей, это были каникулы, июнь месяц. Разбили палаточный лагерь и в течение 5 дней жили прямо возле раскопа. Как реагируют? Ну, это, наверное, один из тех моментов, когда дети становятся взрослыми не по часам, там, как по календарному сроку из года в год, а когда они становятся взрослыми буквально на глазах. Выявлены
Ягоные останки перепахавали по всех канонах у братской могиле у вёсцы Старые Дятловичи. До речи, за свободу нашей краины у Великой Айшины измагались народы усяго Советского Союза. Это были люди разных веровызнаний, у православные, мусульмане, иудеи. Тому у церемонии пахавания удельничали представники усих этих конфессий. Память загинувших ушановали хвилиной молчания. У их гонор прогучали збройные залпы. Не застались у боку от этой подеи удельники военно-историчного клуба, який дейничае при предприемстве «Энергосбыт». В тех местах погибло много людей. Там наступало два полка Красной Армии при освобождении Гомеля и района и понесли тяжелые потери. Вот мы очень хорошо знаем об этих местах, мы обмениваемся информацией. Это общее дело, это наша память. Это здесь ковалось освобождение Гомеля, Гомельского района. Здесь люди погибали, и именно об этом нужно помнить. На момент гибели многим из этих солдат не исполнилось и 20 годов. Сгодно с экспертизой, некоторые были инвалидами, имели полное право не удельничать у военных деяниях. Однако воевали наравне с иншими. Сярод их были танкисты и члены стрелковых полков. Некоторые опошний притулок здобыли за тысячи километров от родного дома и своей семьи. Нашчадки вызволителей, у яких доведались, что останки их дядов и прадедов были выявлены и будут отданы земли, вырашили приехать, как особисто ускласти кветки до братской могилы. Алик Шайхлиев у делях этого переодолел больше, как 2000 километров. Прадед наш тут. Вот. Как бы не просто так. Наша кровь. Отпросились на работе, приехали. Спасибо поисковикам, кадетам, кто занимался этим. Всех благодарим. Помним о своих близких. Если бы их не было, нас бы не было. Если бы мы, вот если бы они не защитили нас тогда, в те времена, как мы жили, мы бы были вообще, нет, это неизвестно. Мы благодарны им за это. Должны быть всегда. И не забывать о них. Ганна Ковалева, Максим Славин, телерадио, компания «Гомель». История Великой Айчыны у листах и дённиках бойцов Червоной армии. Это одна из тем, узнятых подчас международных науково-краязнаучих читаний у Лоеве. Удел в форуме приняли историки, археологи, мастаки и поэты из Беларуси, России, Украины, Израиля и Молдовы. Выступление послухали наши корреспонденты. Такая конференция на Гомельщине проходит у другий раз. Лето с местом ее проведения стала Брагинщина, при том, что и основная колькость докладов была присвечена этому региону. Сюлета географию вырешили поширить, причем до подрыхтовки читанию протягнули иснующие семейные клубы. Финансование проекту отбывается за кошт Европейского Союза. Первая основа того, чтобы люди как бы поняли и приняли вот эту свою родину близко к сердцу и, уезжая, хотели вернуться. Это важный момент, он связан с тем, чтобы люди знали свою историю, свою культуру, чувствовали свою общность. На протягу трех дней больше, как 50 докладов. Тематика самая разная. От особенностей местного гончарного посуду 10-го стагодия и знахарской практики Полюшуков до истории водного транспорта на Днепры и выучения истории Великой Айчыны про листы и дзённики солдат и командиров Червоной армии. Подлічено, что под час войны только листов было написано около 3 200 000 000. До нашего часу заховалось не вельми шмат, але и яны могут многое рассказать. Но что касается писем, вот там действительно люди позволяли себе рассказывать и делиться сомнениями. То есть у меня есть главы, которые посвящены таким вещам, например, как баня на войне, стирка, огороды и приусадебные участки, эвакуация, значит, проявление национальной самоидентичности, сны и сновидения. То есть не просто в атаку ходили и да здравствуй, а все глубинные, самые неожиданные стороны жизни. Удельники ловских читаний кажут, что неведомых историчных документов все меньше. Але это совсем не значит, что ничего нового в ученые доведаться уже не могут. Навод на этой конференции шерах докладов можно отнести до новаторских. На место современных историков могут прийти другие, которые совсем обратят внимание на что-то другое. Они могут обратить внимание на то, на что мы по каким-то причинам не смогли этого понять. То есть, и, конечно, могут быть найдены и новые документы. Тематика докладу международных историко-краязнаучих читаний у Лойве различена как на специалистов, так и на звычайных краязнаўцаў. Як чакается, уже до конца этого года все выступления будут опубликованы у особенном сборнику. С материалами можно будет ознакомиться у библиотеках. Прежде всего, надеюсь, что сборник, который выйдет со всеми материалами, которые мы услышим на этих чтениях, и это огромнейший источник для исследовательской работы. Это как бы точка отсчета, новая точка отсчета, ведь совершенству как бы нет предела. Олеся Сюрова, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» Злоева.
И про надворье. Перадышка от спякоты будет короткой. Напроканцы этого тыдня слупки термометра узнов уздымутся выше за 30 градусов. Завтра у день прогнозуется до 26, однако что день по ветра будет становиться горячей. До выходных заховается ясное надворье, переважно без опадков. У неделю макчимы дожди. Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomil.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць Максім Савін.